Кому-то надо будет слот там, скажете. И кто в гильдии будет. Я, может быть, с варом потом соберу. Что там, блоки он стоит, есть? Только ДЦ там. В инстему, что же? Кстати, тут у меня спрашивают цену ДК. А что спрашивают? Он пишет 90 тысяч. Там знаешь как надо, там короче токен на ДК стоит 100 тысяч каждому, кто его хотел ролить, еще 100 тысяч в ГБ, наверное, так, да? Открываешь ДВ-рей, там, блядь, 8 друидов, каждому по 100 тысяч, блядь, ты уже 800 тысяч. Еще там 2 приста, еще 200 тысяч, уже лям, блядь. Короче. Если потом еще тот он дает еще сверху, да, фиг знает сколько, когда он его... Потом еще и на проценты его садим. Кредит, короче, оформляем. Ипотеку, блядь. Сука, ипотеку на токен. Это жестко. У нас лорд Джараксус упал за 35. Резист. Короче, за тобой закрепился, не прилепи меня, я отойду. Просто как нифигел. 28. Даже варварская по 10к. 10-30к, не хватит. Тыкнус вон. Сумоню танков, хилов. Вот ЗСК я бы еще бы одну треню, которая это, с уклонением дает. Дайте сум, пожалуйста. Дай сумоню, блядь. Что ты это сам? Не в России. Тыкайте в сумон, там чего вы стоите, блядь. А что, население вообще у Альянса больше, чем у Орды, что ли? Я не знаю, как население, но пидорасов там как конь наел. Согласен. Бля, я просто поражаюсь вот этим, блядь, гильдиям, там, хуй, как она там, танк-то-ганг, блядь, пидор, собирает фул ПВП, блядь, идут на кильдонас, пиздят, блядь, там, 230-х, блядь, голых чуваков. Ой, это вы уже собрали, что ли? Да, это плюсуй. Че, вредно? Мне какой-то пати дали непонятно. О, блядь, вот так плюсуй мне любого. Гильду. Кто-то тебя наебал. Я думал, что за фигня. Сижу 7 человек в рейде. Написал на охоту плюс. Так, Сумони Адванс, вход же на РТФК. Звезда, кружок, идите бить трэш. Паладины у вас раз, два, три, четыре. Четыре. А я надеюсь, что это потом ид закроем, да? После Они. Да. У меня карта не качан флаг. Тут в рейд, у меня на 10 человек, куда я в рейд попал.
шевелимся вниз, идем, уходим уже. Все, моб уже сдох, пошли. Надеюсь, бафы на всех есть. Ваниль куда-то уфнулся. Внизу тут Локи, шкаф. Сумнем одно тело. Моса. Моса, подходи. Секунду, пока сумнем. Ваниль, ты зайдешь? Нет, иди себе. Да, беги. Так, где шкаф? Ставь шкаф. Ты кружок? Что там? Что да. В танке? Звезда кружок. Танки, подождите, кто мелких, кто больших, кто босса, кто чего между собой там гастрил один. Сумоньте нарти, я Лука сумон. Нарти, я тут уже воняли, сумоньте. Все, еще последний тык. Нерсти ману там. Пожрите что-то. Чек на пол. Коки есть, да? Я что-то не вижу. На ДК бафните, пожалуйста. Ваниль, бафы кулаки. Два паладина каски или прота, а хулипал кресты. Заебись будет. Хулипал каски, потому что не в качестве ни кулак, ни нам лет. Хорошо, как вам удобнее, так и бафайте. Аварий, чувак, ебабу. Все, пегастри, Вадим, запускайте. Хуярьте. Просто размазываем эту хуйню.
дальше ноль тебе, может, в кота. И, наверное, вот же, наверное, хуй знает. Сумка. Голова. Не передается. Плащ ты ролил? Нет. Можно пароль? Сейчас уже это на этом. Выки. Че за плащ там на хули пала? Да, да, да. Угу, сейчас. Улетим пока выка. Куда, что, кому? Вык, вык, пока летим сейчас. В полете кину на ров. Я могу чем-нибудь помочь? Вот же тебе надо. Или свич. Надо вам? Вот же из глицинчика. Ну вот же отдам. А у тебя чего? На хулипале там твоем. О, у меня божественный щит. Сейчас, сейчас никому. Ой, божественный плащ. Чем могу помочь? 213. Тебе отдам, вот же тебе сказал. Так. Принял сумон. Пошли в инст, там, наверное, локи уже есть. Нету. Не знает. Залетай. Ну, а там он есть ДК Страшила. Он ведь в АФК стоял. Да, этот самый просто отец второй окно. Я лечу, конечно. Я с ума не. Суман главное. Да, можешь в ДД похилит просто отец, ДЦ и хулипал. У тебя хулипал нормально, что похилит, да, втроем похилит. Ну, посмотри, какой, конечно. Нет, ты сам как по ощущениям, я не знаю. Хилит. Ну вот тогда Нартия, вот же пускай дамажит. Тыкну суман. Там он лох спрашивает, плащ он не достал, отвечает, наверное, Фоджи. Построил, там он не достал. Так. Понял, принял. Благодарю. Тык еще лока. Тык-тык-тык. А лок все тут. Чек.
основной хилы танки тут убираем. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда. Ой, блядь, не знаю. Пегастрик, кто мои танки у вас? Ты, наверное. Кто? Пегастрик, у тебя 4 куска. Вот такой, что ли, их не убили? Пойдут в ряды серебряного авангарда. Хорош. Пускай Пегастрик, похуй. Давай по ХП посмотрим. 85 у Пегастрик. 64 у Вадима. Ну, наверное, мой танк будет Пегастрик, хуй с ним. Наверное. По ХП рассудили. Просто они на Оне, и тот бил, и тот бил, и тот танчил, и тот танчил. Мне кажется, или резист, блядь, в луже стоит? Да, он АФК. Я тоже стою на поясе. Ты не продавца. Изист, блять, выйдет тут. Он резистит, а я лужу. Он такой ник взял, потому что он не резист, блять. Лужа в резистах. Вылетел, может, вот. Вчера я с подземной зерга. Спал с него дебаф уже, уже нет на нем. Смотрите, не обрыгайте. Все, появился черепок, размораживай. Во, не люфтнулся. Набираем этого червя. Следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои. Горн, спасется он или нет? Что же будет? Повезло. Че за херня меня почему-то выкидывает? Типа ошибка подключения. Это бывает такое. Ты зайди просто в игру. Ну, я перезахожу, да, каждый раз. Это не один раз происходит. Там спустя минут 10... Это уж сильно ты пропадаешь, если что. Используй... входа. Что использовать? А так часто. Блять, я нихуя не слышу тебя. Мобильный интернет использовать.
теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Истерию тебе, говорю, сейчас я дам, ебать, заебал. Где ты? На тебе истерию. Сейчас он тебе покажет, нахуй, как надо ДПС. Давно уже кончилось, блин. Ничтожный гном, тебя погубит твоя самоуверенность. Сука, пол истерии прошло. Портал здесь. Красным щитам отходите. Хелфейн, ты это... Диси. Чё? Это, знаешь, что надо подмутить будет? Ты будь в ДД в шмоте, но это самое... Даже, хуй знает, в стойку можешь даже не подрубать. Надо будет оковы покидать и почередовать их с этим, как называется, блядь, с таунтом. Я понял. Потому что, ну, с собой это профильнее будет. Там топор же не нужен никому, кинь сразу роги, он попизжит. Сейчас кину. Рога мать суровый, да? Вот этот. Ага. А плащ кому нужен, да, ну, танковский? Танковский. Тоже бы паролить или там. Как у тебя ник? Ну, страшилиную простацию. Вместо твоих рыцарей мы бросаем вызов орде. Так, а роги что, с ядом не отхил садится на дерево или что? Будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу альянса героев. Да похуй вообще. Это самое. Это было лишь сейчас кровь, скажу, что танком. Так. Хелфейн, твой будет вар. Пегастрий, твой будет ромбик. Вадим Паладин, твой будет треугольник. Где, блядь? Луна будет локов. Адванс, ну или кто-то, три знания, три страха. Первым убиваем звезду. Вторым убиваем кружок. Третьим крест. Чек на пул. Какую звезду? Где звезда? Блядь, сейчас. Вот звезда. Притяжку дадите там в нее. Это самое. На счет три пуляем. Раз, два, три. После звезды кружу.
дружок. Теряем эту парашу, все, встанет. Даем сало. Кружок, культ, дизарм. Дальше крест. Крестик и череп. Луну. Все, хуяри. Наш. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание? Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Все, берем черную. Пегастры черную, Вадим белую. Агра так мало у него, да? Или что? Да, нет. Сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов!
Останка надо кому шея? Да, нужна. Страшила, да? Да. И плащик. Плащик сейчас. Сейчас ДК отдам. А, запустили, ага. Сейчас подбегу отдам. Так, что-то... А тут мини там. Гастри на боссе Вадим сбоку стоит, чтобы жуки версу не ловили, когда они вместе меня, блядь, убивают. Король Лич понес тяжелую потерю. А что маленькие дают? Стаки типа надо брать или что? Вот этих жуков ты имеешь? Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти. Ну, после ватча. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я... А кто падал? Не знаю. Классно, да? Энги. ДК падали. ДК падали. Империю, на которой вы так Энги умирал вроде. Построили свои дома. Души твоих павших Войт. Да. Мне Фортринг. Дай друбаф. Дал. Ой, дайте ребаф по шаманам. Блять. Все, блять. Гуляйте. Это место станет вашей могилой. Одного под босса, одного рядом. Пожаловать на испытание крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Чё говоришь? Мы, это отстой, говорю.
Такой плащ я бы не одел. Ну, хотя бы. Да-да, все равно. Летим на груля. А с первого босса вообще кому-то надо там шмот? Народ, вы на груля, да? Да. О, там есть место, нет? Да вроде нет. Ну ладно тогда. А что там с первого босса-то было? Что-то кому-то надо? Короче, у меня на ДКшке висит КД. Там первый босс убит, а Гру у вас остался. Да нет, там мне топор только вот, этот, как его, с Грула нужен, двуручка Навара. Да тут как бы, блядь, смысла нету. Не будет смысла это дрочиться, блядь, что-то там, блядь. Мы быстрее убьем его. Просто смотри, у меня как бы там КД висит, чтобы в ХМ-ку мне не пиздавать. По моему КД закроете обычку, и все, там сразу гру как бы есть. Блядь. Я хуй знаю. Блядь, что... следующий раз поудайте. А, в следующий раз сходишь. Это хуйня, да, там шмот нужен. Там Т4 надо, да? Не будем пересыпать, зачем? Ходи в ХМ-ку просто, был мать. Схожу. ХМ-ку-то никто сейчас не собирает, наверное, да? Или собирают? Пуги. Просто собирают, но редко, но видишь, у меня а доступа просто. Нифига, там кто-то око ХМ просто